Почти весь Барнаул пьет изоби. Отстойник, фильтр и стадия обеззараживания. Эти этапы проходит вода перед попаданием в городскую сеть. Последнее звено в цепи и заменили. Раньше обеззараживание происходило с использованием жидкого хлора. Это, наверное, наиболее распространенная сейчас в стране технология. Она достаточно эффективная, дешевая, но мы знаем, что хлор – это опасное вещество. Причем опасное на всех стадиях. Опасное не то слово. Хлор – химическое оружие Первой мировой. При попадании в легкие вызывает ожоги и удушья. Пока им обеззараживали 97% питьевой воды города, был риск выброса газа. Случись что, в зоне поражения 30 тысяч человек, а ближайшие объекты – краевая клиническая больница и лыжня здоровья. Теперь хлор не ввозят тоннами и не хранят в баллонах. Его вырабатывают из соли. Такая же обычная поваренная соль, как у вас дома в солонке, только мешок здесь по тонне. И вот всего этого запаса хватит на город только на 15 суток. Для перехода на такой принцип хлорирования воды понадобились соль, метод электролиза, краевой и муниципальные бюджеты. Предприятию и государству проект обошелся больше, чем в 90 миллионов рублей. С этого объекта водоканала даже сняли статус опасного. Как-то на химсоставе воды отразится новая система? Нет, это такой же хлор, какой был. И процентовка тоже самая? Да. Да, рассчитывают. Нет, абсолютно не отразится. Угу. Действует он точно так же. Да и специалисты из химфака Алтайского госуниверситета сказали, что без хлора никуда. Да и технология безопасная. А если тех незначительных процентов вы все-таки боитесь, то никаких фильтров не нужно. Достаточно дать воде отстояться. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.